вешать свой зуб без корицы. Чего ты вверх ногами вешаешь? Это типа твой нижний зуб, да? А что ты рот держишь закрытый? Потому что мне чешно, и иначе, что у меня внутри там. А что мне нравится? Мне что-то внутри. Сказали подержать? А что? У меня как-то водичка. А, слюни? Так это проглотить надо или выкинуть? Было не больно? Неприятно, но не больно. Ты красавчик. Танец героя-победителя, который потерял сегодня дантиста зуб. Пока. Там тоже герой? Давай, показывай свой зуб. Сейчас скажет, что ты хочешь сказать. Где? Может, не надо вкидывать? Вот он, этот зуб, который выскочил сегодня. Сегодня он пойдет куда? Зубку. К зубной фее. А что ты показать там хотел? Что ты рукой показывал? Антоша тоже с бугерой. Нет? А, они вместе станцевать хотят. Антоша, иди быстрее сюда. Совместный танец. Давай, погнали. Вот выглядит кабинет детской стоматологии. Веселые бордюрчики под потолком. Ну, собственно, вот это кресло-лежак такое. Специально вот оборудование для дыхания. Ну, это веселящий газ, чтобы обезболить. Вот. А вот эти вот все приспособления, ремни и подложки, это для маленьких деток, чтобы, ну, зафиксировать их, чтобы они не могли мешать доктору и чтобы сами себе не повредили. С таким глазом. Его дают просто детям. Его дают детям дышать, и они легко переносят, когда хирургическое вмешательство. Когда снимал кабинет, не снял телевизор на потолке. Сейчас снимаю, показываю. Я просто в шоке. Мне телевизоры пошли, что развлекать детей. И так во всех кабинетах. Я сам не сразу заметил.